Нашу серию обзоров, посвященных смартфонам-великанам, начнем, пожалуй, с самого крупного участника – Samsung Galaxy Note. Здесь Android версии 2.3 с фирменным самсунговским интерфейсом Touch Wiz 4. Экран у него, конечно, фантастически огромен по меркам смартфонов. 5,3 дюйма, Super AMOLED, разрешение 800 на 1280 точек. Работает на двухъядерном процессоре с тактовой частотой 1,4 ГГц. Камера 8-мегапиксельная с автофокусом и LED-вспышкой. Видео пишет 1080p. Фронтальная камера 2-мегапиксельная. Из коммуникации стандартно Wi-Fi, GPS, Bluetooth. Разъемы аудио и microUSB. При наличии специального адаптера он, кстати, может стать ТВ-выходом для вывода видео 1080p. Толщина всего 9,7 мм, а вес 178 грамм. Аккумулятор 2500 мАч, поддержка технологии Flash и большинства аудио и видео форматов. Из объективных плюсов – внушительный экран, на котором удобно смотреть фильмы или бродить по интернету. Не 10 дюймов планшета, конечно, но и не маленькие экраны средних смартфонов. Так что можно носить с собой только одно устройство вместо двух. Еще внушительный срок жизни батареи и стилус. Мелочь, а приятно. Из минусов. Смартфон не то что не для всякого кармана, он не для всякой руки. Управляться с ним одной рукой очень затруднительно. Корпус пластиковый, это тоже огорчает. Нет аппаратной кнопки камеры на корпусе и нет возможности для горячей замены карты памяти. Подробнее остановлюсь на использовании стилуса. Итак, пока не нажимаешь кнопку, это обычный стилус, который может заменить палец, допустим, когда листаешь. А вот нажав на кнопочку и единожды прикоснувшись к экрану, можно сделать скриншот, потом заметки на полях и что-нибудь нарисовать. Далее есть возможность отправить по почте, сообщение или другими предложенными способами. Еще, удерживая кнопку нажатой, прикасаемся к экрану дважды и таким образом вызываем S-Memo Lite – пустую страничку, где можно писать и рисовать. S-Choice, в свою очередь, открывает доступ к специальным приложениям под ноут. Там можно найти, к примеру, ряд программ, чьи возможности крутятся вокруг рисования с использованием разнообразных техник и способов. Приложений, мягко говоря, маловато, надеюсь, что это временно.
Итак, что касается Samsung Galaxy Note, то тут надо смотреть, насколько вписывается этот гигант в ваш бюджет и в ваши руки. При всем при том, что экран действительно очень хорош и возвращаться к обычному смартфону после него совсем не хочется, лично мне смартфоном Samsung Note пользоваться ввиду гигантского размера было непросто. Особенно нелепо подносить эту махину к уху во время разговора. Устройство определенно на большого любителя.